То есть я ела, и я думаю, блин, как вкусно. Не, я не шучу. Я реально. Иногда ешь вот огурчик, да? О! Да. Да ты чистая лезгинка, слушай. Взяла бы лопатку. Опять все скажут, что мы едим как свиньи. Я тебя перебила. Я официант к нам пришел с таким видом. С натянутой улыбкой, как будто сейчас нас убьет. Что за звуки ты издаешь? Это не я, это кетчуп. Ты представляешь? Кошмар. Ты не представляешь. Это цкан. Скажи цкан. Цкан. Нет. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмири и... Асквотима. И сегодня мы снимаем очередное новое видео. Это блюдо, которого у нас не было. Это лезгинский цкан с мясом. Ты знаешь, что такое цкан? Нет. Это цкан. Скажи цкан. Цкан. Нет. Вот лезгины знают, что это за блюдо, потому что это национальное лезгинское блюдо. И давайте начнем. Я знаю, что ты голодная, как всегда, как зверь. Я тоже. Какой нож у тебя крутой. Все в автобусе смотрели на меня. Потому что запах шел. Да. Я думала, что меня грабанут. Я приеду без цкана. Один раз я ехала в автобусе с едой из Макдональдса, и там ребенок говорил маме, что пахнет картошкой, хочу картошку. О боже, ну я представляю, как это вкусно. Можно я начну? Да, конечно. Это слоеное тесто. Помогу. Морально ты помогаешь? Кушай. Я держу, потому что она шатается, пока ты ешь. Чтобы не отрежь мне руку. Ой, господи, как сложно. Потому что она же тупая. Ой, здесь даже останется для твоей мамы. Как это мило, спасибо. Там еще картошка, я ела такой пирог, просто не помню где. Может, у тебя? У меня? Ела я? Я не знаю. Ну, где-то точно ела. Если вы тоже кушали лезгинский цкан. Это надо руками есть, как пирог, он растает. Да. Готовила его моя мама. О, боже, как вкусно. Что-то хрена. Что это соус? Он не нуждается в соусе. Какой же он вкусный. Я ехала в автобусе. Все же поняли, что ты ехала в автобусе. В руках у меня был цкан. Все вокруг на меня смотрели и делали так. Я ела подобное блюдо, но оно было не настолько вкусным. Потом у нас врезалась машина. Я поняла, что вилка была нужна все. Кстати, я тебе вообще даже не рассказала. Я по дороге попала в аварию, представляешь? Ты представляешь? Кошмар. Ты не представляешь. А если вы подписаны на мой инстаграм, то вы знаете мою жизнь намного ближе, поэтому подписываемся. Наверное, шофер тоже почувствовал запах цкана. Там был косяк за другим водителем. Кэмри. Как это так вкусно, мне даже не хочется макать в соус. Просто этот соус новый. Я его еще не ела. Хочу попробовать. Это очень вкусно. Это реально. Мама, ты волшебница. Да, мама просто волшебница. Мама. Обожаю твою маму. Передавай ей привет. Обязательно. Моя мама тоже обожает Фатю. Это похоже на... Да. Рассказывай, как твоя мама любит меня. Моя мама считает, что мы нашли друг друга в плане дружбы. То есть единомышленница. Эта штука похожа на острый кетчуп. Но там написано, что это нар. Здесь есть. Давай положим поближе к тебе, ты же это любишь. Невкусное. Невкусное. Побольше ругай всего, пусть тебя захватит. Я очень извиняюсь за качество. Здесь освещение не очень. Потому что мы снимаем вечером. Да, мы снимаем вечером. Фатя. Ну как тебе? Очень вкусно, я стою уже. Ой. Да, что это я так задумалась? Я задумалась, потому что
Я хотела кое-что сказать, что я собираюсь купить освещение, у меня просто нет времени. Я просто обычно всегда снимала по утрам, а теперь у меня есть время, чтобы снимать по вечерам, поэтому я куплю дополнительное освещение. Я буду по вечерам к тебе приходить. Угу. Будем набирать килограммы и снимать видео. Кстати, кто еще не знаком с Фатей, обязательно подписывайтесь на ее канал, ссылка будет в инфобоксе. Ссылка будет закреплена в комментариях. Айка напишет наш инстаграм. Не забудь. Айка напишет. Не халтуй. Айка. Я хочу, Айке будет хорошее настроение. Я была не голодная, но... Это божественно просто. А я была голодная. Что за звуки ты издаешь? Это не я, это кетчуп. Докажите, это кетчуп. Я ем кетчуп с помидорами. Один раз ты что-то уронила на меня, Арка, что ты делаешь? Один раз, когда я была в Праге, мой брат или мама, в общем, они заказали томатный суп. Им принесли томатный суп и томатный сок и поставили перед ними. Мы объясняем, что мы сока не заказывали, мы только суп заказывали. Это же нелогично запивать томатный суп соком. Они пытались нас убедить, что мы ошибаемся, мы именно так сказали. При том мы делали заказ на английском языке. И в английском языке слово juice, то есть сок, и суп никак нельзя перепутать. Мы вообще не поняли, в чем был прикол. И официант к нам пришел с таким видом. С натянутой улыбкой, как будто сейчас нас убьет. Говорит, вы заказывали это? Он говорит, нет, мы не заказывали. Он говорит, нет, вы заказывали. В общем, был прикол. Ой, какой острый. Да. Что же у вас все? Кетчуп тоже острый? Здесь написано аджилым. Я такой, нет. У меня есть томатная паста в холодильнике. Мне жалко тебя. Так вот, я недавно рассказала историю. Как ты попала в аварию? Да. Не трогай микрофон здесь. Я попала в аварию сегодня. И первое, что я подумала, не то, что я останусь живых или нет. Я подумала, если я опоздаю, вот тогда я точно не останусь живых. Какой я тиран. Ужас. Слава богу, пострадавших не было. Но столкновение было достаточно сильное. Hyundai Sonata, новая последняя модель, врезалась в дверь автобуса. Вот эти новые автобусы, знаешь? Да, красненькие. Айкон, я хочу еще. Я тоже хочу еще. Давай я попробую сама. Я не сразу поняла, что произошло. Вдруг я смотрю, что стекло сломалось, и все эти щепки попали на нас. Потом все люди начали выходить из автобуса, я еще не поняла, что происходит. Я вытащила наушники. Еще минут 5 сидела там. Вы дальше не поехали, ты пересела в другой автобус? Да. А как он разваливается? Кусу раба. Да, пришлось. Я порежу другой. Пришлось ждать другой. Это просто безумно вкусно. Это одно из самых вкусных вообще, что я ела в жизни. В плане мяса, вообще в мясе есть какая-то приправа, она безумно вкусная. Обязательно нужно оставить, чтобы твоя мама тоже попробовала. Нет, я все съела. Шутка, пол кусочка оставила. Немножечко оставим. Я совсем забыла, что у нас чаечек. Я сегодня выложила видео. Нам нужна была лопатка. Ты мне не сказала, что оно так сыпется. Это всегда, то есть это так должно быть? Да. Почему ты меня не предупредила? Я бы подготовила, села бы лопатку. Опять все скажут, что мы едим как свиньи. А я тебя перебила. Все скажут, что мы едим как свиньи.
Кстати, насчет свиней, да? Я сегодня выложила видео, и оно реально отвратительное, да? Я знала, что оно вам не понравится. Это видео у меня есть где-то, наверное, месяц точно. И я думаю, блин, выкладывать, не выкладывать. Смотрю на это видео и думаю, блин, ужасное. И выложила, оно всем понравилось? Нет, но все меня обливают грязью. Но вы правы, я согласна с вами. Женская логика. Знала, что не понравится, никому все равно выложила. Ну, мало ли. Я думала, что АСМР мой первый тоже никому не понравится, но всем понравился. Думала, может, будет чудо, но чудо не произошло. Я засняла в свой инстаграм все, что есть в холодильнике. Асфатима. Там у нее йогурты. Помидорки черри, клубника. Я, кстати, засняла и все выложила в свой инстаграм. Инстасторис. Так вот, у меня такой вопрос. Можно я буду у вас жить? Можно. Серьезно? Как много вкусного у них в холодильнике. При условии, что вы вместе с мамой переедете. Она подготовит. Ну, согласна. Обожаю эту маму. Это все готовится в духовке. Здесь слоеное тесто собственного приготовления. Сверху и снизу, а внутри начинка. Начинка состоит из мяса барашка. Потом. Это фантастика. Это фантастика. И здесь прям много начинки. Я люблю, когда много. И картошка. Прям все в идеальном состоянии. И картошка сварилась хорошо. Пропеклась. Я подумала, это про наш беспорядок. Да ладно. Все свои, правильно? Это сыпет там пирог. Если я начну все вытирать, то шелест салфеток. Что заказывали? В студию. Поели, потом можно поспать. Нет, нельзя спать. Мы будем дальше пилить видео для моего канала. Кстати, подписывайтесь на мой канал, там будет видео про Хэллоуин. Айка, что ты делаешь со мной? Я что делаю? Пирог что делает с нами? Я тут ни при чем. Это пирог. Если так пойдет, мы будем толстые. Угу. Но зато у нас будет много подписчиков. Айка, что так? Как переводится слово цкан? Цкан? Да. Никак. Просто цка. Это название именно этого блюда, да? Угу. Это национальное лезгинское блюдо. У нас мало блюд. Это одно из них. Окей. Ты же тоже на 1/10 часть лезгинка. Какую-то часть, да. Посчитать сложно. Прабабушка у меня лезгинка. Посчитайте, на какую часть я лезгинка. Прабабушка? Да. Это мамина бабушка? Нет, папина бабушка, папиного папы, мама. Папиного папы. О! Да. Да ты чистая лезгинка, слушай. У тебя подруга лезгинка. Мы сегодня... Оно, короче, все развалилось. Где моя лопатка? Вот. Били бы прямо так. Реально, нас обольют грязью. Нас обольют грязью. Нам не привыкать. Нам не привыкать. Это так нормально, так обычно бывает?
Да. Так обычно бывает, она сказала. Весь стол тоже бывает пироги. Да, это такая задумка. Весь стол тоже бывает пироги. По традиции надо есть со стола тоже. Да. Делаешь вот так. Мы народные опозорились на весь YouTube. Все. Мы давно опозорились на весь YouTube, когда ты съела 51 сушерол. Где мой соусик? Я его не принесла. Сейчас опять пойдет. Давай этим ешь. Давай налей мне. Налить тебя? Насыпь. Не туда. Прям сюда давай. Давай прям налить. Налей мне. Давай сюда. Немножко нехорошо получается. Надеюсь. Я предлагаю этот кусок оставить, а то... Мы еще раз набросимся на это, ничего не останется. Поешь, да ты съела меньше вроде. Помидорки черри. Я всегда ем меньше тебя. Ой, тебе теперь это клевая. Тоже мне на нее. Чем ты гордишься? Зато весим мы одинаково. Кто сказал одинаково? Ты сколько весишь? Ты 56 весишь, правильно? Угу. Я тоже в последнее время 56. Ну, все. Так что не выпендривайся, крошка. Не то, что стол весь в пироге. Две блюдки все в пироге. Оторваться сложно. Какой чай прикольный. С клубникой. Вообще любая еда, она по-своему вкусная, согласись. Mm-hmm. Вот я сегодня кушала киви, и настолько он был вкусным. То есть я ела, и я думаю, блин, как вкусно. Не, я не шучу. Я реально. Иногда ешь вот огурчик, да? Вроде бы простой огурчик. Ну, как вкусно. Да. Видео с глубоким смыслом, только здесь и сейчас и у нас. Подписывайтесь. У нас развлекательный контент, так что не надо мне. Нет, знаешь, ты меня не понимаешь, видишь? А вот кто-то меня поймет. Вот реально, иногда ешь огурчик, да, и такой прям кайф получаешь от него, да? Он тебя прям заменяет суши. Ну, не суши, конечно. Она больная. Не, иногда реально вот что-то обычное ешь, но тебе настолько вот нравится. Вот, я ела мандарин. Он был супер сладкий. О, вот он мандарин. Надо челлендж мандарин. Кто больше мандаринок съест? Потом у нас будет больница, аллергия. Да. На цитрусы быстро бывает аллергия, да? Угу. Ну, блин, я обожаю мандарины. Я уже ослепла целый день перед компьютером. Мандаринка. Ты столько монтируешь, что ничего не уходит. Ну ладно, не только для вас. Да, она подрабатывает монтажером. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы. Также обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы вас всех очень-очень любим и ценим ваше внимание. Спасибо, что были с нами. С вами была Сквотима и я, обворожительная.